Ми на тижні зустрілися відразу після гри. Ну, так вийшло, що ми давно домовлялися про інтерв'ю з генеральним директором «Шахтаря». І відразу після гри ми з ним зустрілися, писували інтерв'ю, і от якраз він перший висловив своє бажання висловитися з цього приводу. Що робиться взагалі в українському футболі? Вчорашні результати, та, ну, це, по большому счету, знаєте, це наша общая біда. Это не вопрос «Динамо Киев», это наша с вами общая футбольная украинская беда. Потому что это же все взаимосвязанные вещи. То есть уровень чемпионата определяет наш уровень игры, который мы показываем в Европе. Поэтому сегодня самый главный вопрос, как сделать так, чтобы чемпионат был сильнее. Потому что будет сильнее чемпионат, будет сильнее «Динамо», будет сильнее «Шахтер» и все клубы. Мне просто странно услышать, когда, знаете, вот там дискуссий много было по поводу 16 клубов, 18 клубов и так далее. Понимаете, мы и так опускаемся. Наши рейтинги страны, клубные, они идут вниз. Нас скоро уже в группу Лиги чемпионов пускать не будут, понимаете, с таким футболом. Нам сегодня надо садиться всем за стол вместе федерации и премьер-лиги, принимать решение, каким образом нам можно сделать чемпионат сильнее. Искусственно, может быть, где-то. Потому что мы видим, что даже 12 клубов, даже этот формат, который есть, его надо даже усиливать или видоизменять. Но мы должны становиться сильнее, потому что мы придем, не то что дно пробьем, мы уйдем вообще бог знает куда. И поэтому вчерашний результат – это как результат всей нашей деятельности футбольной. Поэтому обвинять сегодня «Динамо», что не показали такую игру, нечего. Потому что мы должны понимать, что Англия сегодня здесь, а мы сегодня на минусах таких, что и не видно ничего. Это мы должны садиться и договариваться. Но то, что у нас есть своя позиция, каким образом это улучшить, это да. Главное, знаете в чем? Чтобы сегодня премьер-лиги и федерации это нужно было. Потому что она, руководящий орган, она смотрит на это, и она должна понимать, куда мы идем. Они говорят, это вина «Динамо», это вина «Шахтера», то есть, и, естественно, критикуют болельщики, я читаю все эти чаты, и обвиняют, и что там такое не увидишь и не услышишь. Но суть проблемы-то не в этом. Суть проблемы в другом, и мы должны все это понимать. И то, что там, там вчера с «Динамо» поддержать, и наоборот, это должно нас сплотить и сделать все, чтобы мы приняли правильное решение. Потому что время идет, а решение нужно принимать как можно быстро. Может быть, в ущерб кому-то, но во благо всего украинского футбола.